Алиса, а ты хотела бы быть человеком? Васька, что ты несешь? Нафиг мне это нужно? Ну как? Ты представь, сколько преимуществ! Никто тебе ничего не запрещает. А мне и так никто ничего не запрещает. Да, конечно! Вчера Коля тебя застал, когда ты ела сосиску из его тарелки. Забыла, как он на это отреагировал? А откуда ты знаешь? Подглядывала? Малявка! Я случайно мимо шла. А вот была бы ты человеком и спокойно бы сидела за столом и ела бы сосиску. Ну да, есть преимущество. Зато мы, кошки, совершенно свободные. Ходим и гуляем, где хотим. Ой, подумаешь, прогулки твои по деревне. А вот люди раз, сели на самолет и полетели по всему миру путешествовать. Вот, например, Египет. Я слышала, у них кошки священные животные. Я бы прилетела такая красивая, а они бы мне поклонялись как богиням. Смешная ты, Васька. Ты бы прилетела человеком. Кто бы тебе там поклонялся? А, ну да. Но все равно круто. Эй, ребята, а вы как думаете, кем круче быть? Человеком или кошкой? Напишите в комментариях и, конечно, поставьте лайк. Никиска, пойдем во двор, поиграем? Не хочу. Отвали, Васька. Ну и ладно. Пойду Коле. Может быть, он со мной поиграет? Ты чего взмяукалась? Васька, да что с тобой случилось? Ты что такая нервная? Я не нервная, это я с тобой поиграть хочу. Мне некогда. Ну, Коля! Отстань! Ну, Коля! Сказал же тебе, брысь отсюда! Коля! Вот же достала! Вот была бы я человеком, мне никто никогда бы не говорил, брысь отсюда! Вот, Васька, возьми попыт, с ним и играй. Заодно и успокоишься. Ой, что за фигня? Что это вспыхнуло? Я ничего не вижу. Где мои руки? Что это? Я что, кошка? Как это произошло? А это кто? Да это же я, сижу за компом. Ты совсем обалдела? Что мне идет? Быть кошкой? Ну-ка, верни немедленно все назад. Но я ничего не делала. Я не знаю, как это все произошло. Коля, я поняла, что с нами произошло. Что ты поняла? Что происходит? Твой попит волшебный. С ума сошла? Нет, он просто исполнил мое желание. Какое желание? Понимаешь, я очень хотела хоть немного побыть человеком. Вот попыт и поменял нас телами. Успокойся, все в порядке. Давай немного поприкалываемся. Ты побудешь мной, а я тобой. Да ни за что. Не трогай меня. И немедленно верни все назад. Да погоди ты. Это же круто. Представляешь, тебя мама не будет заставлять убирать в комнате. Не надо чистить зубы, можно ходить куда ты захочешь без спросу. И в школу не надо. Прикинь, никаких уроков, живи в свое удовольствие. А вообще, ты права, есть свои плюсы. А мы что же, насовсем телами поменялись? Думаю, что не насовсем. Ты же видел, на пупите светилась цифра 24. Видел. Я думаю, что это попыт поменял нас телами на 24 часа. Нифига себе история. Делать нечего. Давай попробуем. Ой, как они ходят на двух ногах. Ой, это так неудобно. Надо будет учиться. Что-то ей захотелось. Что там вкусненького мне положили? Сейчас посмотрим. Коля, ты что делаешь? Ты что, заболел? Ой, Маша! Ой, то есть мама! Нет,
привычке. По какой такой привычке? Ты что, опять в компе пересидел? И что с твоим голосом? С голосом? А, это мы с ребятами играли в футбол, и я так кричал, что сорвал себе голос. Васька, ты что тут делаешь? Ой, Никита, не мешай мне. Что? Отстань, не видишь, я играю. Брысь отсюда. Ты как со старшими разговариваешь, малявка? Я тебе дам брысь. Сама брысь отсюда. Ой, блин. Эй, ребята, Никиса думает, что я Василиса. Это что же, мне теперь придется Никису слушаться? Ну уж нет. Пойду я к Ваське, пусть она Никисе объяснит, кто тут главный. Коля, ты что тут делаешь? Сплю. Ты как-то странно себя ведешь. Ты не заболел? Нет, что ты. Маша, мама, поноси меня на ручках, как обычно. На ручках? Коль, да ты же больше меня. Ты тяжелый еще. Что ты такое тут придумал? Вообще, хватит болтать глупости. Иди-ка ты погуляй. Ничего не понимаю. Обед! Это, наверное, мама мне приготовила. Как есть хочется! Васька! Васька, ты что тут делаешь? Это Колин обед! А ну-ка, брысь отсюда! Иди свой вискас ешь! Вискас? Мама! То есть Маша, да ты чего? Я же не люблю вискас! Блин, что-то мне не нравится быть кошкой! Мальчик совсем заболел. Надо срочно звонить врачу. Алло, поликлиника? У меня заболел сын. Нет, он себя хорошо чувствует. Да нет, он заболел, я же вам говорю. Ну, понимаете, просто он стал кошкой. Алкоголь? Нет, я не пью алкоголь. Ну, понимаете, как бы он ведет себя как кошка. Психиатру? Мне? Да нет, я же здорова, я вам говорю. К ветеринару? Нет, я к ветеринару не могу, он же человек. Алло. Повесили трубку. Ай, ну что же делать с этим мальчишкой? Ну, ни один же врач мне не поверит. Ой, я же совсем забыла со всем этим. Мне же к ветеринару надо Ваську везти сегодня. На наши прививки. Вася, Василиса... Ой, Васька, ты что, играешь в компьютерные игры? Они же тебе никогда не нравились. А теперь нравится. Все, Васька, заканчивай. Мы едем к ветеринару. Куда? К ветеринару. У нас сегодня прививки. Ой, это же уколы. Конечно. Я не хочу уколы. Ребята, что же делать? Почему я должен страдать вместо Васьки? Все, пойдем. А-а-а, не хочу уколы! Васька, немедленно верни все, как было! Коль, вот ты где! Слушай, хватит дурака валять, значит, беременно ходить! Немедленно иди убери в комнате, еще надо все кошачьи туалеты помыть, а потом садись читать!
летать. Я не хочу. А я не хочу прививки. Васька, немедленно расскажи маме правду и верни все, как было. О чем это вы говорите? Ну-ка немедленно рассказывайте, что вы натворили. Мамочка, это я, Коля. Произошла невероятная вещь. Я дал Ваське попытку играть, а он оказался волшебным. Коля, вы что, мозгами еще поменялись? Мама, ты мне не веришь? Маша, мы говорим правду. Я вошла в тело Коля, а он в мое. Коля, а что же нам теперь делать? А как ты в школу пойдешь? Ой, а что скажут твои друзья? А как ты в футбол играть будешь? Васька, что ты наделала? Немедленно верни мне моего сына! Маша, это не я! Тебе же говорят, это все волшебный Попит! Мама, мамочка, что с тобой? Эй, Попит! Нам уже не до шуток! Скорее пересели нас обратно! Ой! Да что же это такое? Попыты уже с потолка падают! Ура! Это же тот самый Попыт! Васька, скорее бери его и дотронься до меня! Это мое тело! Ура! Ура! Кончилось! Мамочка, ребята! Ура! Ура! Я снова котенок! Снова можно делать, что хочу! И не надо убирать и читать! И снова меня будут брать на ручки! Маша! Возьми меня на ручки. Вот так ты мне намного больше нравишься. И ты тоже. А можно мне сосиску и немножечко за столом посидеть с вами? Ага, вот придумала. А я, значит, пойду вискас съесть и мышей ловить. Нет уж. Не ссорьтесь, Васька, ну дам я тебе твою сосиску.